Борис Джонсон – почесний громадянин Одеси. Такий статус прем'єр-міністру Великої Британії надав мер міста Геннадій Труханов. За його словами, Джонсон зробив величезний внесок у допомогу Україні та Одесі у боротьбі з російськими загарбниками. І додав, що якщо б інші зайняли б таку ж позицію, то це б наблизило нашу перемогу. Джонсон став першим підданим Великої Британії, хто був удостоєний такого звання. А як ви до цього ставитесь? Та як взагалі оцінюєте міжнародну підтримку України? Ну, во-первых, это звучит красиво, что ему дали, потому что, смотрите, никому не давали, а ему дали. Это красиво. Он для Украины сделал много. Я не говорю сейчас именно там за Одессу, именно за Украину. Он сделал для Украины много. Никто столько не сделал. Мы сейчас идем, мы говорим так же, как и он. Добрый день, everybody. То есть мы это от него уже взяли, нам уже это нравится. Он приезжает к нам как добрый день, здрасте. Я приехал, мы такие, да, класс, типа супер, там он нам помогает. Никто так не делает. Макрон так делает? Нет. Звичайно, тут досить комічно, що сам Борис Джонсон, наскільки мені відомо, ніколи не відвідував Одесу. Однак допомога Великої Британії у надзвичайно складний для України час є досить великою, непереоціненою, тому я вважаю, що це добрий крок, щоб запросити саме прем'єра Великої Британії до нас, до Одеси, до міста героя. Підтримка Великої Британії, інших країн Великої Сімки та, от, наприклад, Канада досі, наприклад, вперше ввела серед всіх країн світу вже санкції такі, що вони будуть майно, яке було націоналізовано або заарештовано від російської агресії, використовувати для відбудовування України, або навіть якоїсь адресної допомоги певним фізичним юридичним особам. Помощь міжнародних партнерів теж важна, тому що всі ті ж оборонительні вооружені, допустим, противоракетні там комплекси, не противоракет, а противовоздушні комплекси, переносні, противотанкові комплекси, це все підтримка Заходу, яка на перших порах була дійсно важна для нас. Сейчас эта помощь увеличивается, дается тяжелое вооружение, артиллерия, и поэтому не недооценивать их, ну, помощь действительно важна. Касаемо Бориса Джонсона, это скорее такое символическое, как бы, признание, благодарность Одессе за помощь, в том числе и за те же, за то же вооружение, допустим, гарпуны, да, вот эти противокорабельные ракеты, как вариант. Поэтому это чисто такое символическое значение. Ну, мне кажется, не все тяжело судить, но мне кажется, можно больше помогать, но они боятся это делать, соответственно, потому что они там боятся тоже, возможно, террористического государства, каких-то их непредвиденных мер. А Борис Джонсон, ну, не знаю, я не гражданин Одессы, поэтому мне, если бы я был здесь прописан, мне бы было приятно, что у меня есть такой вот, как бы, соотечественный, ну да, сограждан, не знаю, как его назвать, что он здесь прописан. А так как я не являюсь как бы жителем официальной Одессы, поэтому не знаю, мне как-то, ну, приятно все равно, потому что я долго здесь живу уже. Любая помощь от международного сообщества – это очень круто, и это должно всячески поощряться. Я считаю, что это очень прикольно, что ему дали вот звание почетного гражданина Одессы. Я не думаю, что это может как-то навредить или подорвать общий моральный дух, скажем так, нашего населения. Ну, это то, что мы можем дать. Вот, хороший жест показать, то, что спасибо, что вы есть, что вы нам помогаете. Это очень круто. И не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Это крутой чувак. Все.